Всем добрый день, меня зовут Надежда, и вы на моем канале. И сегодня мы с вами испекем очередной рецепт кексов, который называется мраморный кекс на сгущенном молоке. Выглядят они вот так, двухцветные. Если вам интересна данная рубрика, интересны сами по себе рецепты, в особенности выпечка, тогда оставайтесь со мной, а мы приступим. Так, для приготовления данных кексов мне понадобится 3 яйца, 1/2 стакана сахара, 2/3 стакана сметаны, 2/3 стакана сгущенного молока, 125 грамм сливочного масла, либо маргарина. Я взяла маргарин «Радуга» в домашнюю кухню. Дальше. 1/2 чайной ложки разрыхлителя, 2 стакана муки и 1 столовая ложка какао. Так, давайте приступим непосредственно к самому приготовлению. Маргарин я предварительно буду растапливать. Начну я с того, что в яйца добавлю сахар и размешаю все это дело, насколько получится равномерно. Дальше сюда же я добавляю разрыхлитель. Добавляю сметану 2/3 стакана, да. Я меряю чашечкой вот такой. Можете мерить с любым стаканчиком, который у вас есть. Но дабы были пропорции соблюдены 2/3, там 1/2 и прочее, соблюдайте вот эти пропорции. Мерите тем стаканчиком, объемом, который у вас есть. Так, сметана добавлена. Сюда же мы добавляем 2/3 сгущенного молока. Меряю все той же чашечкой. Добавили. Сюда же мы добавляем предварительно растопленный маргарин. Добавляем. И все равномерно размешиваем до получения однородной массы. В образовавшуюся массу добавляем 2 стакана муки. И размешиваем до получения однородной массы. Я тесто размешала до нужной мне консистенции, однородности. Оно получается таким вот тягучим, густым, как на оладьи, чуть погуще. И разделила на 2 части. В одну из частей я добавлю какао, столовую ложку. И уже вместе с какао я размешаю до однородной массы, однородного цвета, часть теста коричневого, скажем так. Размешиваем и продолжаем дальше. После того, как размешали, мы наше тесто будем закладывать в формы. Предварительно формы, смазанные маслом. Теперь в предварительно смазанные маслом формы я укладываю тесто. Чуть-чуть такого, допустим, чуть-чуть такого. И так по очередности. Чуть-чуть такого, как вам нравится. Неважно, сколько. Главное, сам вот этот вот эффект. Чуть-чуть такого, да, и чуть-чуть такого. Здесь не принципиально важно, как у вас получится. И так слоями, не доходя немножечко до края формы, потому что тесто еще подымется. Таким образом заполняем все формы, пока у вас не закончится тесто. Поочередно. Часть такого цвета. Вот такая картинка выходит у меня. Я тесто выложила, которое у меня было. У меня получилось 14 кексов. И сейчас я отправляю все мои формы прям с противеньком в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 35-40 минут. Что же, девчонки, мальчишки, мои кексы пропеклись. Получилось у меня их 14 штук, как я уже сказала. И вот такая вот красотень у меня получилась. Посмотрите. Наливала я тесто, как получалось. Такая вот красота у меня вышла. По желанию их сверху можно посыпать сахарной пудрой, либо украсить любой другой посыпкой, либо глазурью. Кексы получаются очень вкусными и готовятся быстро. Рецептик внизу продублирую. Кому понравился рецепт, поставьте мне пальчик вверх, поделитесь этим видео с друзьями, возможно, данный рецепт кому-нибудь еще пригодится. А на сегодня у меня все. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, дабы не пропустить интересные видео для вас. Они еще будут. А на сегодня все. Всем пока-пока и приятного аппетита.